Приветствую вас всех на моем канале. Меня зовут Елена. Давайте посмотрим еще раз, что происходит в Харькове. Там как-то начинает разворачиваться очень серьезная ситуация. В области там уже, которая находится часть под контролем Российской Федерации, праздники проходили. Про вашего мэра как-то я делала расклад, не очень хороший получается. Это если кому интересно, посмотрите видео про Авакова. А то, что в ближайшее время будет разворачиваться, то вы можете посмотреть его в видео про город Сумы. Там вы услышите информацию, которую я услышала минут за 10 до того, как стала делать расклад на ваш город. Итак, Харьков. Нынешняя ситуация. Очень много каких-то непродуманных решений. Я слышала, что приезжал к вам туда Зеленский, и он уволил командира СБУ. Я не знаю, правильно это решение. Или неправильное. А, в принципе, пофигу. Особо на ситуацию это не влияет. Но при этом все равно он его уволил, и тот выложил интересное видео и обещал еще дальше выкладывать в интернет. Ну, посмотрим. Смелый человек. Ну, а раз Зеленский к вам добрался, в воскресенье, по-моему, он там был у вас, значит, положение у вас у ВСУ аховое. Итак, что же у вас в городе происходит? Относительно спокойно, но очень много информации горожане не знают, военные не доносят очень много информации до вас. И поэтому создается ощущение, что в большинстве частей города все окей. Да, где-то стреляют, да, где-то есть разрушения, взрывы и так далее. Но все равно все хорошо, и, как говорится, победа будет за мэром Харькова. Посмотрим, как будут развиваться события вот в самое ближайшее время. Будут собираться все возможные ресурсы. То есть все военные будут до кучи собираться. Все, может быть, даже транспорт будут забирать. Всех постараются, всех, кого возможно, отправить в тероборону. То есть все ресурсы будут до кучи. Это будет идти не торопясь, медленно, но это будет. То есть есть цель все это сделать. И это будет делаться целенаправленно, напористо, но при этом не торопясь. Думаю, что все окей, прокатит. И это приведет к тому, что все, что делалось, приведет к тому, что Харьков попадет в определенную ловушку. Скорее всего, город будет окружен. Конечно, у людей вплоть до паники может быть, еще и когда вещают по телевизору и радио и так далее, нагоняют страхи. На самом деле не стоит так сильно бояться.
все возможно. Извините, боевые действия, есть боевые действия, операция там или как угодно называйте, это не на танцы сходить. Итак, как будут развиваться боевые действия в Харькове? Они будут выходить на новый этап. Будут очень серьезно и прилетать и так далее. Но это будет проходить как-то... В основном вокруг города и не торопясь. Взвешивая, продумывая, где-то меняя какие-то действия. Но для города, в общем-то, начинается новый этап существования. Если пока там где-то обстреливают на какой-то одной стороне, то это может начаться вокруг города. По области. Для ВСУ как будут складываться события в Харькове в ближайшее время? Ну, очень довольно-таки успешно. Блин, потому что карты одни и те же выходят. Но при этом придется пройти через большое количество потерь и испытаний. Будет казаться, что все в руках ВСУ, но на самом деле это будут такие детские мечты, которые не осуществились. И, видимо, никогда не осуществляться. А как будут вокруг Харькова складываться дела для российской армии? На новые энергии и довольно-таки быстро. Будут отвечать на вызов. Но при этом стараться беречь город по максимуму. Будут использовать какие-то скорее всего, будут использовать освобождающиеся какие-то окопы вот в ВСУ. И это все будет происходить по окраине города. Будут и пожары, и обстрелы. То есть все вот вокруг Харькова. Видите, тут тоже камни стоят, как, но при этом не в самом городе. И будет город зачищаться, освобождаться от армии ВСУ с большим-большим терпением. Терпеливо, шаг за шагом, чтобы сохранить город, сохранить людей. Поэтому будет там, конечно, непросто. Но ВСУ себя покажет. Что они на самом деле из себя представляют. Северодонецк под контролем Российской Федерации. В видео про Сумы вы можете услышать информацию, которая вот скоро
проявит себя, тогда поймете, что делать вам, как поступать. Ну, город разрушений я не вижу. Будет в основном все по окраинам, вокруг города. Вот населенным пунктом, который находится вокруг города, конечно, может очень серьезно достаться. Спасибо вам за внимание. Если кому понравилось, ставьте лайки. И до новых встреч!